друзья, добро пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Со мной сегодня Кирюха Варпач, что ли, следователь Андрюш Эдифай. И добро пожаловать в старую добрую игрушку под названием Game of Life. Привет! Ну что, друзья, у нас наконец-таки вышло новое обновление, новая карта. Мы с вами находимся где-то в космосе. И, конечно же, как по стандарту, я, пацаны, иду работать. Ну как работать? Зачем? Учиться, учиться. Дурак, что ли? А я думаю, Чупер выходит так долго. Это Олег. Реально прикольно, да? Итак, мне падает четверочка, пацаны, и я отправляюсь премиком получать образование. Странно, что Андрей не сказал, что ты неудачник, поэтому так мало. Спасибо, спасибо. Очень, кстати, приятно. Так, покупаю два сердечка. Отлично. Ну, пацаны, за вами следующий ход, так сказать. Поэтому желаю вам удачи. Давайте посмотрим, давай, кто, давай. Из нас давай, кто из нас станет самым успешным, самым богатым и самым влиятельным человеком, звено. Скажем так, на этой планете, да? Ну, я понимаю, мы с вами вообще... Я обязан просто. А что-то. Кирюха, ты хотел полететь на Луну? Вот, пожалуйста, ты в космосе, на Луне. Видишь, мечты сбываются, пожалуйста. Тебе не обязательно дружить с Илоном Маском, чтобы мечты сбывались. Тебе достаточно дружить с Олегом Куэй, понимаешь? А ты можешь на пробел нажимать, и у тебя автоматически просто прогрузится. Не, ну это не то. Не, мне кажется, потом, если автомобиль прокачают, то, возможно, потом он появится, ну, какой-то другой, более крутой форме. Было бы прикольно. Давай посмотрим, что там тебе выпадает. А подожди, ты же сейчас получаешь образование, и у тебя получается... Ну, ты уже все. Ты сейчас выучился на кого-то и получаешь свою первую работу, Кирюха, поздравляю. Ну-ка, и какое же? Нифига! Рокет-инженер, нифига. Вот тварь, а. Рокетный инженер, ты что, зарплата 120 тысяч, ты гонишь, тварь? 120 косарей, брат. Не, не может быть такого. Ты как так врул, гори в аду. Ты как по жизни так пробился, Кирюха? Надо просто Теслу покупать. Опа, бабки. Первую, смотри. Итак, она... Ой, я хожу. Я лесом последний. Я пойду в колледж. Все в колледж у нас, да? Мне кажется, все-таки у нас один отбитый кто-то должен быть, и это будет, мне кажется, Андрей, который пойдет сразу на работу. Это Андрей ушел после девятого и пошел на работу сразу. Ну, конечно, да. А кто же еще у нас может быть? Олег, глотай пыль. Ну да, да, как обычно, естественно, как обычно. Так, мне реально очень интересно, какую работу получит у нас Толя, потому что, как бы, ну, Толя, на самом деле, у нас профессионал, сами понимаете, да? Да вы что, прикалываетесь? Да ну, слева уж. Это интергалактический, кто там, я так и не понял, не успел прочитать. Кто-то интергалактический. Интергалактический дворник, блядь. Ты переводчик, Толя, ты переводчик, понимаешь? Да, да. Межгалактический переводчик. Во, вот так вот это, наверное, правильно перевести. Что, пацаны, сыграем в игру? Давай. Сердечко заберу. Мои сердечки, офигел, что ли? Да что ты? Все, Олежа, уже мои. Ну куда ж так-то, а? Давай, петушок, и конечно. Я, значит, со старта прямиком на зону. Давай. Что? Вот, понимаешь, сразу на работу, не обучившись. Вот иди, это монетки собирай. Андрей, бот кертейкер, то есть это ты типа человек, который, как я понимаю, ухаживает, чистит там ботов. Кирилл, то куда деньги, Андрей, ты зачем? Такая нищая, отдаю богатым, понимаешь? Вот с ракет прилетит, Андрей, еще с ракет нормально. Смотри, видишь, Андрей сразу уже, нифига. Да ну что ты это выбрал, Андрей? А я смотрю, вы научились играть в эту игру. Конечно, да, Толя, естественно. Ладно, Андрюша, смотри, он собирает две книжечки зато. Хорошо. Итак, у нас следующий ход, следующий раунд получается, и отправляемся премиум сюда. Так, ой, а можно... Карта, блин, большая. Карта реально огромная. Мне, кстати, интересно, какую недвижку здесь можно будет купить. Итак, крутим барабан и... Я не в школу не пошел, я проворовался в магазине прямиком в тюрьму. Сломал себе 20 лет жизни. Охранник в пятерочке, космический. Просто мир должен обрушиться и сразу в зону такой падает. Реально, Андрей всю жизнь пропустил просто мимолетно. Ну ё-моё, почему Кириллу падает зарплата 120 тысяч, а мне, блин... Подожди, Толь, а пятерочку берут охранником вообще любого человека? Похуй, где он был до этого? Так, я напомню галактического специального агента, пацаны, все, я типа секретный агент. Ты можешь пойти ее ограбить, и тебе на выходе работу предложат. Да. Такие, типа, знаешь, не заметили. Ой, это мы забыли уже.
вас. Оп, оп, хорошо. Так, что мы собираем? Итак, экшен и... Так, ну тут, конечно, интересно такое. У меня как бы денег нет. А у тебя нет. Вариантов нету. Ну да, у меня как бы денег нет, но я бы на самом деле-то рискнул бы. Да, не, я рискну. Я беру кредит. Пойдешь? Я беру кредиты, пацаны, все. Понимаете, даже на Луне. Даже на Луне эти кредиты, блин, достали, понимаете? Ну а что поделать? Ну что поделать? Придется потом вернуть не 100, а 150, как я понимаю, да? Или сколько, подожди. Получил патент. Ну, патент, а почему тебе минус 50? Не, вот еще минус 50. Теперь он импотент. Все, кто, дурак, что ли? Ты что вообще несешь такое, а? Давай, гони, Кирюша, давай. Ты можешь просто на пробел. О! О, мне же. Да ты прикол, да ты... Как можно саму себе деньги с нихуя дать? Нифига у Кирилла бабла в натуре. Ну так это реально, Кирюх. Опа! Мы потом будем долг брать у Кирилла. Ну смотри, тут как бы выбор очевидный, мне кажется. Мне кажется, Кирюха лучше на самом деле, как и понимаешь, это семейная жизнь, все такое, дети, семья. Давай посмотрим. Мне интересно, во что превратится этот корабль. Инопланетяне. А дети будут маленькие инопланетяне? Да, и на пришельцы. Ой, хорошо. Чуть-чуть не хватило. Зато смотри, Кирюха, однозначно боулинг тут надо, понимаешь? Ну и сет, я не думаю, я знаю. Смотри, кто хорошо, там... давай, давай. Кто, никто давай, игры не выбирает, давай, я выберу. Давай, выбирай, кого хочешь. Ой, нет. Алик, тебя зачем выбираю. Ты меня выбрал, Кирилл? Я и так в долгах. Да не, вгоняй его в долги, Кирилл, вгоняй. Не надо. Ой. Ну ниже одного, Олег, невозможно выбить. Просто бабок ему насыпать решил, да? Невозможно, понимаешь? Сюда к бабочке. Тебе просто повезло. Ну тут я согласен, тут я согласен. А, это мои 100 тысяч? Ну конечно. Бля, заскабили. Это твоя зарплата, ты про зарплату проебал. Ну не, ну да, ну не, он даже, не, у него зарплата 120 тысяч, так что нормально. Да, мне не жалко. 20 тысяч он проебет их вообще. Андрей, у тебя 30-ка там еле наскрябывается, молчи. На межгалактическое поле. Я не могу круто! Да на пробел просто нажмите и все, на пробел, я же говорю, как это работает. На 20-ку очередную Теслу, блядь, купит, пройдет им нихуя бабки пустую. А так, Анатолий, а вы что будете выбирать? По какому пути пойти? Конечно же, кто сказал семья? Кто сказал, да, вот именно кто сказал семья. Да вы что, рублите что ли? Я же говорю, сколько раз кажется, на пробел просто достаточно жать. Какие деньги? Андрюха, держи бабла. Понятно. А мне можно помощь. Кто-нибудь может мне выделить там какой-нибудь процент, пожалуйста? Так, между прочим, Андрей самый богатый. Поздравляем! Ух, нифига! Свадьба, погнали. Ну нет, Доль, надо давай, черное. Выбей красное, красное, пожалуйста, красное, красное. Красное, красное. Хорошо! Молодец, Толя! Десятку не жалко скинуть. Правда, откуда мне скидывать десятку? А, не, нормально, нормально. Все, бюджет есть, Ты же Кирилла кинул на бабло, ты забыл? Слушай, ну и как, Сыса кидал. На бабло Кирилла. Сыса кидал, это было тебе честно. Тебе еще кредиты покрывать, Олег. Это все было честно. О, спасибо. Да вы заколебали, они там четыре в ряд, так стоят, там пиздец. Да, так понимаешь, там вот Кирилл просто по КД деньги сыпется, вот просто буквально ни за что. Вот как это понимать вообще, я не понимаю. Да, 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 платите. Какие-то проценты, я не знаю, Кирилл там, видимо, вложился вовремя во что-то, как бы. И вот, и получается. Ну, да, да не, ну Толя, ну куда ты? Ну Толя! Ну мои эти книжки, мои. Это мое нету образование. Это мое. Уже, понимаешь, нету. Спасибо, Толя, спасибо. Очень, кстати, да, приятно. Корону отдал. Корону отдал. Ну я за ребята, сейчас мы запускаем симулятор бомжа. Олега раскрановали. Вот, пожалуйста. Играем за бомжика с красной аватаркой. Андрюша, ну давай. Он даже крутить не умеет. Не, ну, знаешь, на самом деле еще все может поменяться. А, сука, далеко, блядь. Да нормально тебе, какая разница, тебе все равно. Андрей, ну что выберешь? Скажи, пожалуйста, что выберешь? У меня надо улучшаться на карьеру, и тебе похуй. Так, у меня сейчас припадок начнется от этих картинок. Ну-ка, и куда? И куда? Три. Бля, ну такое. И все мимо. И все мимо. Так, что выбираешь? Ну, забираем сердечки, чё. Да, ну нет, ну хватит забирать. Что вы все забираете? Оставьте, ну, обычным людям хотя бы что-то, понимаете? Блин, я реально, я бы обычным хотел людям, если что-то надо, пускай встают в позу и спасут. Итак, крутил? Хорошо, четверочка. Так, куда мы с вами продвигаемся? Да реально, ну не хватило до игры, блин. Так, а что у меня? О, я могу. О, смотри, погоди, блин, ладно, у меня, в принципе, подписывай контракт. Я делаю вот так вот, смотри, все, я сейчас просто большую часть долга своего, да, банку возвращаю и все. И, соответственно, потом меня, ну, с меня взымет там банк вообще по фигне, поэтому вообще все хорошо. Так тебе просто вроде... коллекторы пришли, я видел сзади, вон бежали по полю. Ну что ты палишь-то сразу? Что ты палишь, а? И да, опа! Опа! Так, Кирюш, ну я надеюсь, ты делаешь правильный выбор сейчас, правильно же, да? Да? Естественно, да. Это кого выбрал, погоди. Опа! Мужичок, мужичок! Так, и выбирай, и конечно же, Кирюша, тебе нужно выбить красное. Красное тебе нужно выбить, красное.
красное, понимаешь? Красное. Нет, нет, нет. Да-д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 а. Денег нет, Кирилл, понимаешь, сейчас... Денег нет, но ты держись. Ай, молодец. Хорош, Кирилл. Хорош, хорош. Все по десяточке, не жалко, не жалко, не жалко. Я до сих пор не понимаю... Надо было больше гостей подождать. Почему я самый бедный? Как бы, да, у меня всего лишь на 100 тысяч, когда у Кирилла уже почти пол мульта. Кирилл, поделись деньгами, хэштег просто, реально, ты... Ой, бля! Ты понимаешь, тебе надо вот добротой заниматься, понимаешь? Вот добро возвращается бумерангом, Кирюха, понимаешь? Раз, два, три, четыре, пять, Ай-яй-яй, они движку-то пропустили. Было близко. Они движку-то пропустили. Я все пропустил, понимаешь? Ну куда? Опачки. Ну ты смотри, ты сейчас будешь бороться с Толей как бы за эти книжечки, как бы, поэтому я сразу наберем, говорю. Он любит бороться. Главное коронку набрать. Итак? Я жму. Два. Ну, двоечка, что-то такое себе. Толя, что ж такое? Ненавижу эту игру. Не хотите заплатить? Не хотите заплатить, а? 20 тысяч, Толя. Нету их, Кирюша, нету. Толя, просто у нас что-то сегодня какая-то слишком бедная серия, потому что, мне кажется, к этому моменту мы уже обычно там все зарабатываем. Андрей, крутить зарабатывает. Не знаю, Толя, если бы я на твоем месте был бы, еще бы начал громить бы нахуй стол, блядь, все, нахуй стол бы хуячить об стену, блядь. Ну давай, давай. Ну какой Толя-то, ну какой? Ой, Толя, зачем? Спасибо, Андрюш. Работа, работа, новая работа, сука! Было, кстати, близко. Действо. О, ты можешь выиграть, смотри, 100 тысяч у оппонента, смотри. Давай, ходи. Давай я у тебя волоса сука выберу. Нет, ну не со мной же, Андрей! Ну не надо! Ай, ты дурак какой, а! Опять, это, конечно, не шанс. А как я сейчас, как что, мин... Пожалуйста, 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 пожалуйста. Мразь. Сюда! К чисто соточку залутал. К папочке! Я мог вообще ничего не выбирать, и не было бы тебе ничего так хорошего. Мог, Андрей, я просто мог копилочку просто. Ой, хорошо, я денежки лутать начинаю, это прям прекрасно, замечательно. Так, давай, хожу и... Ну какая девяточка? Блин, вот на самом деле, я честно говоря, не знаю, что мне сейчас лучше всего выбрать. Блин, у нас справа недвижка есть, а слева лишь только работа, поэтому... Не, я, короче, пойду по этому пути. Я выберу все же семейный путь, ребята. Блядь, да, всем похуй, я семьянин, я... Кому? О, зачем? Спасибо, это кому? Олег. Да ну опять полтинчик. Кирилл. Мы все Кириллу ты сегодня деньги скидывали. Да, 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 Олег, да, Дон Кириллёна. Почему я тоже по холостовому пути, я тебя не понимаю. Ты сказал, что мы с тобой вдвоем, похоже, такие будем. Так, ну пацаны, я, конечно же, выбираю мужика себе, понимаете, да? Да, блядь. Естественно, нормального мужика. А как еще, лучше лишь чувствовать себя за крепкой мужской, как говорится, спиной. Да, 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 да. Да, 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 да. Кто-то же должен твои долги выплатить. Вот ипотека там у тебя однёрочка. То, смотри, мы сейчас черное выпадает. Смотри, сейчас черное. О, да почему так? Нормально. Это нищие свадьбы, понимаешь? Бюджетные. Блин, ну как Олег стал за неприводным, я не понимаю. В каком моменте? Бюджет 500 рублей и макуха. Ты же мы же вместе были такими, разве не помнишь, что ли, а? Я таким не был никогда. Ты был всегда таким, что ты гонишь. А, я хожу, извиняюсь, забыл что-то. Что ты, Кирилл, там подпёздываешь? И девичка. И что это я получаю? Блин, ну дайте недвижку, пожалуйста. Так, о, я могу выплатить налог или... Ладно, попробуем. Оплати транспортный налог. Давай попробуем с Андреем. Я его хочу занести просто в долги реально сейчас. Сюда! Сюда! Давай, Андрюша, давай. А что делать надо? Крути вороман. Крути. Смотри, десятка сейчас изъявляет. Нет, Андрюша. Без нолика, Андрей. Андрей, добро пожаловать в бедную жизнь. А я забыл, ты и так в ней был. Андрей, каково тебе быть в долгах? Скажи, пожалуйста, Андрей, а? Тут на ней весело. Тут как бы все бесплатно едают корзин. Да опять Кириллу, да как он это делает? Скажите, пожалуйста, он по КТ выбивает. Счастливая рука. Я в шоке, просто в шоке. О, а вот сейчас самое интересное начинается. Но я бы выбрал, наверное, недвижку. А возможно... Да, я тоже недвижку. Мне кажется, ну, недвижка поприбыльнее все же будет, чем дети, как бы, да, если. Ну, Крюхи, бабла немерено, понимаешь, да, он что туда идет. Как это он делает? Ты смотри! Он уже как минимум 1200 залутал с этих бонусов. Это бред! Это реально. Ай-яй-яй, чуть-чуть до недвижки не хватит. Возможно, кстати, отсюда. Там сейчас 100 тысяч получит, смотри. А не, новую работу. Нету. А, да. Еще лучше новую. А, да? Как это работает? Ты можешь... Что, 132, наверное, мне кажется, да? Лучше, да. Ищи новую, дурак. Не, мне кажется, если ты будешь искать еще одну новую работу... Мне тоже кажется, да. Там... Бля, там не хватит меньше. Там меньше может быть. Андрей, там ты вообще там бедный, вообще что говоришь богатому? Скажи, пожалуйста. Натуре, Андрей, я могу выйти. Сиди в своей нищете там, а, даже не попёздывай там. Я могу выйти. Куда ты там выйдешь? Мы в космосе, куда ты выходить собирался, Андрей? Да, реально, куда ты там выйдешь? Из игры? Я полетел. В какой игре мы в космосе? Обиженку сейчас строят.
Так, Доля, давайте. Доля, а вы что будете выбирать? А вы что будете? Мне на семью, понимаешь, денег нету на недвижку, идем в семью. Ну, у семьи тем более денег не будет. Да какой один? Какой один? Нормально, нормально, нормально. Блин, мне прям так интересно, кто сегодня победит. Ребят, пока игра не закончилась, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, кто сегодня станет победителем, кто заудает больше всего денег. Толя, что ты там забрал, я не понял. Это ты еще там копилочку подобрал еще, да? Свинку Пеппа. У Толи сердечки и копилки. Как это работает вообще? Как это понимать, блин, а? А вот так, смотри, он встает и выбирает. Так вот и все, вот так это работает. Давай, ходи, Андрей. Налоги выплачиваем, Андрей. Налоги, налоги, Андрей. Давай, давай, давай. Налоговая это постучалась, Андрей. Куда? Еще один надо. Еще полтинчик. Просто у Андрея денег нет, он просто в минусе. В минусе живет. Андрей, можешь тебе помочь чем-нибудь? Скажи, если что-то надо, ты напиши, там номера знаешь. Тебе помоги. Ну вот, хотя бы первая зарплата твоя. Вот, потихонечку начинаешь вырваться из бедности. Долги, погоди. Мне кажется, ну ты либо можешь стол в долги уйти. Ты стол в долги! Ой, дурак. Ё-моё. Короче, те, кто писал в комментариях, что Андрей победит, можете удалять комментарии уже прямо сейчас. Удаляйте, как будто и не писали, представьте. Да нет, да какой... Ой, ну недвижка же была так близко-то. Ну слушай, это же плохо. Так, все, я завожу ребеночка. Не, зачем мне вот эти собачки, вот эти котики, да? О, нормально, космическая больница. Итак, кого у меня там? О, сынишка, да? Хорошо. Так, и что у нас получается следующее? У меня машина должна сейчас побольше. Фига, Тесла, да. Нормально, нормально, кстати, выглядит. Нормально, уже солиднее, пацаны, моя тарелочка выглядит. Слушайте, не инопланетянская. Давай, Кирюша, ходи. Кирилл, ты что там? Нет, смотри, он колдует. Кому? Ну какой Андрей? Какой Андрей, Кирюша? Ну ты что? Какой Андрей? Промахнулся, понимаешь? Ой, ну блин. Не-не-не, я дальше, намного дальше пройти. Реально есть шанс, если ты продолжишь свое обучение и пойдешь по онлайн-курсам, у тебя реально есть шанс получить работу лучше. Вправо. А, ты вправо пошел? Ну понятно. Решил не рисковать, да? Ну хотя и так зарплата у него. Вправо? А нахуя вправо? А, смотри, ну право-право человек. О, недвижка, смотри! Е-е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 
Кремль? Башню, короче, пацаны. Ебать, нифига. Москва-сити новая. Я тоже такое хочу себе. Чисто Москва-сити. Короче, парни, если никто недвижка в итоге так и не отзаведется, то мы просто к Кириллу заезжаем и живем у него, и все. И потом выселяем его оттуда. Да, без проблем. У меня как раз однокомнатная недвижка как раз. Я забрал, у меня все забрал. Я у тебя с кредитами пропишу. Деньги, я тебе шконку пропишу. Не говори, что... Да какой Андрей? Мне хоть раз сегодня кто-нибудь бонусы даст, я не понимаю. Кошмар. Просто реально какой-то кошмар. Я просто пролечу все эти поля, да? Толя, же это зарплата. А ты что, как, Андрей? Ты живешь от долгов до долгов, понимаешь? Он живет просто долгами, он не гасит их даже. Он еще в долг берет, понимаешь? Мне звонят коллекторы, я их шлю нахуй. А ты, Кирилл, терпил, Иван, ты не сделаешь никогда. Да я просто зарабатываю, Андрей, а ты даёшь. А ты скажешь, да-да, извините, сейчас я всё принесу. Да, блядь! Коллекторы, да, сосите мой хуй. Ой, бля. Андрей в натуре просто в долгах. Андрей, это судьба, понимаешь? Андрей, это чисто судьба. Кирилл, иди мы плачем, блядь, свои кредиты нахуй. А у меня нет кредитов, понимаешь? Как такое могло произойти? Подожди, блядь, я раком не поставлю. А мне коллегу платят. Как такое могло реально произойти, скажите, пожалуйста. Вот так вот, блядь. Повезло, повезло. Давайте реально Андрея в долгах будем засаживать сегодня. То есть, если выпадает просто шанс сыграть с кем-то в игру, мы убираем Андрея и просто засаживаем его до талого. Да. Ой, какой Олег любвеобильный, сердец уже почти 10. Ну, конечно, да. Я самый добрый тут. Да, опять Кирилл, что ли, а? А то какой Андрей? Да что за пособие у него такое? Все начали вас спонсировать. Пособие для нищих. Вы понимаете, что он с нас получает больше, чем зарплату? Да. Он ничего не делает, сидит и получает. Как это работает? Пассивный доход. Рискованно выбираю. Ну конечно, Кирюх, кто не рискует, тот не пьет шампанское, понимаешь? Согласен. Да? Давай. Опа, да черик. Я сейчас ее всю проеду просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Классно я сходил, просто все проеду. Классно, Кирюха получилось, реально. А слушай, Кирилл-то сейчас получается первый, кто доедет до финиша, скорее всего, да? Так и ничего не значит. У Кирилла уже вся жизнь протекла мимолетно просто, а мы еще где-то там в начале. Это капец вообще. Я уже постарел, замуж вышел, уже умру сейчас. Вы еще живете. И в конце разъебался. Нет, ты посмотри, реально.
А, подожди, разве не Андрею сейчас выпало или мне показалось? Нет. А, нет. Я, значит, показалось. Я думал, опять Андрею бонусы выпали. Так, ну что, Толя, шо у нас там, по, собственно, по выбору? И куда мы... Я лучше пойду по жизни дальше. Ты серьезно? Да, ты всю жизнь прошел, Толя. Зря, 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 очень-очень зря, очень-очень зря. Ну и так, и что? А ну на самом деле нет. Ну нет, ну смотри, есть шанс на самом деле сейчас, есть шанс. Хорошо, нормально. Смотри, в банк ты кладется. Нормально, идеально. Ты можешь крутанет уже или нет? Нет, пробел. У него руки уже замерзли, на улице живет. У него вместо детей в машину коллекторы сядут на ту. Че будешь играть, Андрей? Мне кажется, тут не Варик недвижку выбирает, сам понимаешь, да? Коллекторы нахуй пошли. А не, выбери недвижку и попади на этот, на кредиты. Смотри, если ему сейчас 5 выпадает, то он самый худший неудачник. О, спасибо. Вернул должок все-таки, да? Совесть замучила, Андрей. Смотри. Не-не-не, он на вот эту удачу попадает. Ну давай, а вот сейчас вот здесь вот, смотри, налог выпадет. Сейчас здесь должно, да-да-да, должно. Ебаный товар, обезьяны, блядь. Андрей, ну как так? Давай, плати. Не, вы понимаете, а чего как обезьяны? А ты налог плати. Андрей, у тебя зарплата с ракеты, 30-ку отдать должен. Вот это вот скам называется. Ну, Андрей Долгов уже просто в шоке реально. Так, ну я пойду, наверное, по недвижке. Я думаю, что недвижку выбрать — это самый оптимальный вариант сейчас, как понимаю. Итак, крутим барабан и... Что мне выпало? Двоечка? 4. А, четверочка? Нет. Да. Ну я же рядом с недвижкой был, ну какого? Это я был рядом с недвижкой в долгах. Ладно, не, я выберу сердечки. Играем, пацаны. Давай. Жуть, а два было, а ты походил один раз, что за хрень? Один был. Девяточка. Да блин, дотрынделся! А что, нормально, соточка? Нормально, все хорошо. Че, падает? А, соточка выпала, прекрасно. Это вот, это андреевские налоги вот эти вот, которые он должен. Андрей, ну давай. Меня нахуй. Андрей, давай, у тебя еще там 150 тысяч долгов. Ну, Андрей, сделай что-нибудь, Андрей, сделай, пожалуйста. Живем. Пробел нажми по-человечески. А вы не будете вообще куху не про меня нести? Нет, не будем. Не будем, Андрей. Как только кто-то ебать. Сюда! Да какой? Зачем ему снова? Так, Андрей, ну я надеюсь... Я на секунду подумал, что он на штраф сядет сейчас. Я тоже. Надо шанс свой использовать. А куда? Что? Так это 100 тысяч стоит. Ты что, не знал, что ли? О, получил образование на колесо. Там написано было. Ну сейчас у тебя зато работа будет лучше, Андрей. Смотри. Андрей, объясни, пожалуйста. Как так, Андрей? Не знаю, отъебись, не хочу. Выбирай. Выбирай быстрее. Да, Андрей, ну не везет так не везет тебе сегодня, понимаешь? Не везет так не везет. Ну а что с этим поделаешь, скажи, пожалуйста, а? Блядь. Нормально, ой, блядь. Я в шоке. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. Андрей, мне становится даже жалко тебя. Бля. Мне реально даже становится немножко жалко. Сейчас его все в комментариях жалеть опять будут. Сначала быдлил сидел, сейчас все жалеть будут его. Так, что мне там выпало? О, баблишка, спасибо. Ну опять, Толя, ну... Понятно. В смысле опять? Я редко выпадаю там, алло. Давай, недвижка. Хорошо, сюда! А денег-то хватит? Денег хватит, естественно, хватит. Так, 250, а 4. Ема, там космическая станция какая. Я, конечно же, выбираю ее. Ема, пацаны, у меня пентхаус какой. Чисто ва-банк на последней бабке купил. Ну, конечно. А как же по-другому? Там профит может быть 800 тысяч, так что еще не все потеряно. Так что, понимаешь, я могу еще... Это еще конвертики надо открывать, понимаешь? Понимаю, да, конечно. Ходи, Кирюшенька, ходи. Ой, ну все, у меня финиш. Ну прям все, что ли? О, реально, смотри. Да. Ну смотри, ты уходишь либо на пенсию, либо там что-то получают. 250 тысяч лутал. Посмотри на него, а. Изи, ты посмотри бабки на этого засранца просто. Ты вот как это работает вообще? Сейчас так, конвертики. Ты... Ой. Да, а у тебя 3 конверта, по-моему, есть, или не? А, по-моему, только один. Нет, зарплата в конвертах. Блин. Ну у тебя уже 1 200 000, ты что, гонишь, что ли? Ну я думаю, надо получать эти. Ну нифига себе, всякие. Портал какой-то, посмотри. Это как вообще? Это как World of Warcraft, когда в другой этот мир пересекаешь. Сука, на официальной зарплате протяни столько, сука, как я, блядь. Да, блядь! А мне ну как? Похуй, я мне рискую, мне терять рискую. Нечего, мне похуй. Андрей, реально нечего уже терять. Так, о, что? Да ты все прошел. Ну не, ну не книжечки, зачем тебе книжечки, Толя, зачем? Хотя тут что так, ты книжечки получаешь, так что в любом случае, как бы, да. О, опять деньги себе даю, заебись. Ну нормально, хотя бы так, Чисто заначку прошел, знаешь.
Ну, зарплата хотя бы еще есть какая-то. Еще одну заначку нашел. Так, ну что? У меня просто нету денег, у меня просто ноль. О, еще Андрюхе плати. Кредит. Нет! Лох, Олег, блядь. Добро пожаловать к Андрею. Это на меня пиздело, блядь. В кредитах, в кредитах, кредитах. Андрей, я просто решил тебя поддержать, понимаешь? Чтобы ты не был таким. Олежа у нас в кредитиках сейчас сидит. Хотя бы так, хотя бы так. В кредите как на бутылке, блядь. Андрюша, я рискну. Да не надо, заебал. Я рискну, пожалуй. Ты как крыса поступаешь, а по самому последнему настоящий. Ну все, Андрей. 8. 8, это много. Давай, Андрей. Это на 2 меньше, чем 10. На 2 меньше, напоминаю. Давай, Андрюша, давай. Андрей, бам, проверь удачу, нажми пробел. Сосать, блядь. Чего? Да какие долги, нет! А вот теперь Олежа бомж получается. Олег, у тебя 4 сейчас этим будет штрафа. Олег, как говорится, правильно, не рою яму другому, сам не попадешь. Ну как так? Как? Бери, 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 Олег. Беру, бара, бара, бара. Беру, так, беру. А ты сейчас в долгах больше, чем Андрей, кстати. Почему? Давайте его хуй, слушай, давай, как он меня предлагал. Ну ничего. Олег, лох, блядь, кредитный нищий, сука, нищий. Смотри, как голосок проведал этот раз-то, а? Ну, Андрей, дурачок, конечно, да? И Толя у нас тоже возвращается к финалу-то, посмотрите-то, а? Интересный финал у нас получается, непонятно вообще, кто проигрывает, а кто выигрывает. Толя тоже идет у нас на пенсию, да? Ну, сейчас, смотри, ему черный выпадает. Ага, пасос не выпадает. Пошел, блядь, в колонию. За Кириллом, блядь. Андрей, давай, снова на налоги, пожалуйста. Андрей, давай, давай. Давай, налоги. Налоги. Вот он, замес лидеров. Сука. Ну, честно, знаешь, с Андреем... О, спасибо, Андрюша, спасибо большое. Спасибо, Андрюша. Дайте новую работу, блядь. Я не хочу больше хуять просто так. А ну-ка, Андрей, в боулинг не хочешь сыграть? Сука, а чё, где отыграй эти, блядь? Отыграй с ним, опусти как 20 Андрей, долгов. Андрей, давай реально до талого по долгам уже с тобой пойдем уже, какая кто-то разница, прям да? Кто-то прям в долги улетит. Давай реально, нет. Бум. Сосать, блядь. Нет! Сюда не бум. Давай, бум-бум. Олег, из грязи в князи, я уже вижу название ролика. Да, блядь. Попущенными. Бля. Вы чё гоните? 5 кредитов, Олег. Вы чё гоните? Как такое? 5 кредитов, как такое Олег. Может быть? Как? Я, Олег, жизнь сосал, а потом хуй отдал себе. Как такое могло произойти, в принципе? Вообще нормально, Олег, что ты расстраиваешься? Да, ладно, надо выбиваться. Я, короче, выбираю вот это и трачу 100 деньги. А что мне остается еще делать, короче, пожалуйста? Что мне реально еще остается делать? Ебать кредитный долбай. Зарплата 200 косарей сюда! А мне почему так не делают? Я теперь астронавт, пацаны. Вот это я понимаю. Вот это очень хорошо. Итак, давай, зарплата. Раз, из долгов выходим сразу. Смотри, два. Уже 400 косарей на балансе. Вот так вот надо. Вот так вот надо из нищеты вырываться, пацаны. Учитесь, Андрей, учись. Че забираешь, Кирюша? Сука, чмошник, блядь. Че ты такой токсичный, Андрей, сразу, да? Че ты такой души? Ты, Олег, выёбываешься, а ты уже под конец жизни, блядь, только добился чего-то. Андрей, вот реально, вот честно скажу, интересно, кто из нас окажется самым бомжом, потому что сейчас реально непонятно вообще, что происходит с игрой, вот реально непонятно. Но у тебя кредитов больше, кредитов больше, но денег я сейчас могу больше залутать за счет зарплаты своей. Да ну нет, блядь, далеко. А какая разница, ты все равно, что, рискнешь? Андрей, испытаешь свою удачу? Мне похуй, я буду рисковать. Мы рисковали. Блин, или нет, у меня там есть право работу хорошую найти, возможно. Да зачем рискую лучше? Рискуй. Ну ладно, похуй. Послушал серьезно. Давай. Это очень интересная битва намечается. Реально сейчас. Вот он на штраф встает. Андрюша, добро пожаловать просто в нашу жизнь. Мы самые бедные, потом будем жить у Кирилла, у Толи. На 3-4 запивай, я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Так, ладно, поехали дальше. Так, ну куда я останавливаюсь? Зарплата сюда, не а, сус, я не думал. Не сюда. Нихуа. Давай, я выберу вот это, Ты сердечки не выбрал, лох? А, не успел. Не, нормально. Я делаю все правильно сейчас, я делаю все абсолютно правильно сейчас. Продолжай.
продолжай себя в этом убеждать. Он мою коронку забрал. Андрей, я твою коронку забираю. А, подожди, ту... Не коронку, а мою коронку забрал. Все, отлично, прекрасно, замечательно. Ничего, прекрасно, ого. Давай, Кирюша, ходи. Все так волнуются, блядь. Мне еще ни разу, Кирилл Черный, не выпало, чтобы ты понимал. Мне один раз, а я уже когда, сколько ходов назад финишировал. Надо было за бабками идти. Что поделать, скажите, что поделать? Так, и что падает? Ты издеваешься, а, игра гребаная. Давай, Паша, долги, 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 долги. А там нет долгов. Три, пожалуйста, новая работа, блядь, ебланище. Да нахера тебе работа? Ну, смотри, зато, смотри, зато. Ну, тут ты либо можешь деньги залутать сейчас, либо забрать две вот эти. Ну, зря. Хочу они, слышишь, у тебя их достаточно. Ну, зато ты сотку сейчас теряешь. Ты вообще понимаешь, что ты сейчас делаешь, Андрей, или нет? О, хуй. Так, ладно, сейчас интересно намечается, что-то реально интересное. Я, Олег, в образование вложил деньги. Мы уже постепенно подходим к концу и к завершению этой игры. Я, может быть, буду не богатым, но не такой, не таким тупым, как Кирилл. Андрей, отдай бабки. Да за что? Куда? Ну, давай, все, заканчивай. Все, ты на финише. Что, я, получается, самый последний? Только самый ублюдский финал в моей жизни, блядь. Не, ну тут реально интересно, что из этого выйдет. Ой, ну давай, выбирай, давай, Андрей. Выбирай, куда пойдешь. Пора, Андрей. Реально, гонщины, пора, блядь, заканчивать, финал. Андрей. Андрей, пора на пенсию, надо долги закрывать. Выбрал деньги? Ты реально выбрал деньги, Андрей, серьезно? Конченый финал, блядь. Ой, ну сейчас хотя бы побыстрее все начнется. Давай, давай, крути, 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 крути. Да я хуею, если мы сейчас... Посадочка упала. Хорош. Вы издеваетесь, хорош. Да? Вы издеваетесь, да? А что вы хотели-то? А что вы хотели? Чего вы ждали? Так готовили 6 раз подряд, ничего не выпало. Андрей залетает сразу с первого раза. Но я все, говорю, давай. Помощи нужна. Пробел. О, себе полтинник. Отлично, ну наконец-то, хотя бы что-то. Так. Да ну куда? На ты, сука, ебаная, блядь. Ой, хорошо, альбома хотел, блядь. Заебись! Ты дурак вообще, а? Ты что такое говоришь? Когда твой друг взял ипотеку? Заебись, блядь! Как объясните такое вообще? Может быть, объясните как? О, хороши. В этой жизни самое главное радоваться чужим неудачам. Да, да, да. С седьмого раза-то точно залетит, да? Да! Ура! Толя, поздравляем! Ой, такой пресс этими налогами просто. Сейчас я буду вливать. Зачем я вообще в этот космос полетел? Зачем вообще? А, ну нет, хорошо. Десяточка. Чё хуй хороший, что пиздишь, блядь? Я в шоке. Я просто реально в шоке вообще с происходящего. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Раз так, то пойдем сейчас немного по-другому, по другой тактике, по другой траектории. Сука, ну можем закончить, я ж заебал. Итак, Олег, ты не устал, а ходить уже? Сейчас смотри, я не устал. Всех бесишь, а все ненавидят здесь. Объясните, пожалуйста, как это работает? Как это, блин, работает? Это карма, Олег, это карма. Я все налоги сегодня соберу, вообще я не понимаю. Олег, зря ты смеялся надо мной всю игру, теперь ты посасывай. Несмотря на твою охуенную зарплату и маленькие писюн. А это здесь причем, скажи, пожалуйста. А, то есть ты не отрицаешь этот факт, да? Нет, конечно, зачем мне это отрицать, Андрей? Я в шоке, ребята, просто реально в шоке с этой игры. Как такое вообще может происходить? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, просто скажите. Хочу сотку апнуть сотку хочу. Ничего ты не апнешь, Андрей, ничего ты не апнешь сейчас в этой жизни, все. Чирик максимум. Да какой ты, куда тебе ты дал? Тебе чисто рваный чирик кидают. Не, я в шоке. Давай, я сейчас еще налоги, надеюсь, буду собирать, да? Я хочу я хочу рекорд побить по налогам. Я хочу собрать все, понимаете, все налоги, которые только есть. Да господи, Олег. Ну, Олег, раз хочешь, ты заебал уже. Так я что могу с этим поделать? Бля, еще, Работа? Куда мне еще работать, скажите, пожалуйста, куда? У меня и так зарплата уже 250 тысяч почти. Зарплата 250 тысяч, сука, самый нищий, блядь. Согласен. Это самое Олег, странное. Олег, потому что кто как не работает, же, тот ест. Ребята, это реально самая странная игра, мне кажется, просто за всю жизнь просто Game of Life, я вам серьезно говорю. Да, уж такое, конечно, такое. Не, ну мне больше уже не должно вести два раза подряд, не, это ну перебор для меня. Кто знает? Нихера себе, три раза подряд. Смотри, сыпануло. Нормально, нормально. Хорошо даже выпало. Нормально, Андрюша, давай. Давай соточку апнуть. Апнуть соточку надо. Давай, давай. Давай, давай, давай. Да блять, заебал. Можно я уже просто доеду до конца? Доеду до финиша. Сейчас будет один. Один, два, я просто выйду. Нет, один надо. Один давай, это будет шедевр. Я просто кручу. Ну не, о, не все, один. А, ну я не знаю, финишируешь, нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
И сразу мне все бабки, бля. Я не знаю, ребят, я не знаю. Я, мне кажется, я собрал все налоги, реально, просто. Просто опустили. Ну как такое может быть? Бля, ну почему у меня так много мясов? Я ни одной коронки не собрал. Понимаете, в каких я долгах вообще сейчас нахожусь? У меня нет денег, все, понимаете, я нищий, я просто бомж, понимаете, я никто. У меня просто нету ничего, понимаете, я так далеко ушел в пощаду, что у меня просто смысла жить просто нету, реально. И ба-бам, столько, давай. Хорош! Даже Андрей деньги падает. Ты не крутанул, Андрей. Не считается. Я на пробел нажал. Сюда охуенная игра подсуживает, пиздобол перебанная. А вот теперь считается. Она такая, не, ну нахер тебе сотку, давай, давай. Такой бред просто вообще, ребят. Такой бред. Да, сейчас снова выпадет один. Давай, смотри. Не, ну не один. Это финал. Не один. Ну неужели, голос? Ну наконец-то, слава богу. Я в конце и забираю еще 100 тысяч чисто. Олег, тебе сейчас надо дом по дешевке продать. Это что, прям вообще пиздец. Не, я хочу дом за 800 продать. Да блин! Ну блин, ну почему? Ну уже не самое дешевое. А где 800 было? Можно хотя бы просто посмотреть? Не, а, не показывает, да? Ну давай, ладно, мне уже смысла нету-то, по сути, куда идти, так что давайте пропускаем чисто и все. Ну давай, крутим, ну вот чисто напоследочек. Что я получаю? О, соточку. Сотыга еще хорошенько. Ну слушай, у тебя очень много очков. Подожди, у давай, мне просто очков. Реально интересно, деньги кто будет в конце. Деньги тут вообще не решают. Кто будет в конце? Давайте проверяю. Я не знаю, что из этого получится, это вообще такой рандом, реально. Ну, вот типа у меня очень мало, сейчас вам очень много насыпят за эти, за монеточки. Думаешь? Ну блин, это прям очень интересно. Интересно, погоди. Сейчас просто посыпятся долги. Опа, сюда. Ебать. Сюда. А нет, ты еще и выиграл. Да ну нафиг, подожди, что. Нет, его гриди задушат. О, я первый. Я первый место занял. А нет, я второй. Ну все равно я второй. Я второй. Как объяснить это? Тебе полтинника не хватило, Олег. Полтинника не хватило. Олег, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть буквально до конца. Ты проиграл с этими должниками вообще. Капец. Ну я хотя бы не на последнем месте. Удивительно. Это очень странная игра была сегодня. Я столько долгов собрал. Это просто жесть какая, ребят. Ну блин, это лайк однозначно. В любом случае финал реально был очень интересный. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот ролик. И поставили лайк, подписались, собрали на канал. С вами сегодня были, как всегда, Олег Кофе, Андрей Индифай. И, конечно же, Толя Следов. Конец уже Кирюша Арпачи. Ссылочки находятся в описании под этим роликом. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока! Пока.